уважаемые коллеги, продолжаем. Тренер Минского «Динамо» Артём Викторович Челединский. Артём Викторович, давайте начнем с ваших слов по игре. Да, всем добрый вечер. Что по игре хочу сказать, краткий комментарий, наверное, первые полчаса. Немножко у нас не получалось то, что мы хотели. Брест не давал нам развивать атаки. После уже, наверное, прошло когда полчаса, у нас значит, появились уже шансы для развития атаки. И пару моментов мы смогли создать. Ну и хорошо, в концовке мы реализовали стандарт, забили гол. В перерыве мы внесли коррективы, рассказали, что нападение очень быстрое. Хочу отметить, что Брест-то ребята впереди играют такие шустрые. Мы рассказали, как перемещаться. Ну и вышли на второй тайм, уже как бы имея, наверное, запас 1-0, немножко думали, наверное, об сохранении счета. Но, к сожалению, пропустили опять же пару контратак, которые были у Бреста. Ну, когда забили второй гол, уже стало полегче. Будут ли вопросы, коллеги? Роман Качинов, Минск. Второй матч подряд заявки на Влад Белых. В чем причина? Ну, причины нет. У Влада сейчас обследование. Есть проблемы со здоровьем. При этом еще тоже вернемся по предыдущему матчу. Сегодня Антон Путило пропускал из-за перебора карточек, но и в прошлой игре с Слуцком отсутствовал в кубковой. Нет ли у игрока каких-то повреждений или каких-то моментов, мешающих играть? Нет, Антон все нормально готовится к следующему. В следующей игре микротравма была, но ничего страшного, все нормально. Сегодня у команды вышла такая достаточно скоростная линия атаки по Климович Бахар. Играли впереди. Связано ли это с, возможно, какой-то нагрузкой на линию обороны молодую соперника? Нет, но эта связка уже проявила себя в Слуцке в кубковом матче. И из-за этого мой выбор как бы пал. И из-за этого, что должны играть они. Вот если сравнивать с прошлым матчем чемпионата с Слуцком, то сегодня вы сделали выбор в пользу Макса Швецова. Это связано именно вот с тем, что вы говорили, что скоростная линия атаки у соперника? В принципе, да, вы правильно все подметили. Так оно и было. Еще вопрос? И еще такой вопрос, более глобальный, кадровый. Вот сегодня такая достаточно молодая скамейка запасных, но при этом достаточно много более опытных футболистов отправились в аренды. И связано ли это именно с предоставлением шанса вчерашним дублерам? Ну, конечно, вы сами практически ответили на этот вопрос. То есть спрашиваете те вещи, которые... Динамо – хорошая школа, вы же сами знаете. Хотелось бы, чтобы наши молодые быстрее росли и показывали себя. Какие еще вопросы? Все посещали слухи о переговорах футболиста Динамо Алтухова с Ерсеном Стандартом. Если это правда, то на какой стадии все это уже помогается? Ну, как вам сказать, на какой стадии не знаю, да. Парень ездил, но это было еще, договоренность была еще раньше, до того, как я принимал команду, так что мы как бы ничего не поменяли, как бы пошли на уступки клубу, который нас просил еще посмотреть его раньше, но там не были возможности. Он съездил, показал себя дальше. Как бы вопрос, наверное, к руководству больше, потому что они ведут переговоры, я не участвую в переговорах. Еще вопрос, коллеги? Если вопросов больше нет, спасибо. Спасибо.